Украина объектом американской политики или нет. Вот мне, честно говоря, как гражданина Украины, хочется, чтобы Украина вернула субъектность в этой политике. Вот в первую очередь, мне кажется, что мы должны поздравить сегодня весь американский народ. Я думаю, что все те, кто смотрел церемонии инаугурации, вот, не будучи американским гражданином, гордость за американский народ, потому что действительно они сегодня продемонстрировали, что Америка великое государство. И вот сегодня говорилось о том, будет ли противоречие между, скажем, теми отношениями, которые сложились уже, априори сложились у новой администрации Трампа и украинского руководства, и последующими шагами. Вот сегодня очень важное слово звучало, это прагматизм. Трамп, прагматик, он это продемонстрировал лишний раз своей инаугурационной речью, и в этой речи были четкие посылы на, действительно, сегодня уже об этом говорилось, на внутриамериканские проблемы. И он говорил о том, о своих ближайших шагах и ближайших указах перед процедурой инаугурации. Это вопросы, связанные с мигрантами с Мексикой, это вопросы, связанные с непродуктивными бюджетными расходами, так называемая проблема Обамакэр, это проблема взаимоотношений с корпорациями, которые работают в Мексике, которые беспошлино завозят продукцию в Соединенные Штаты, и Соединенные Штаты лишаются своих рабочих мест и так далее. Он несколько раз в своей инаугурационной речи возвращался к доходам простых американцев, простых рабочих, делал на этом акцент. Вот мне очень хочется, чтобы вот мы не гадали на кофейной гуще в отношении того, как будет Америка вести себя по отношению к Украине в связи с новым президентом. Мне хочется, чтобы Украина сделала из этого простой вывод, что наша политика должна быть проукраинской, что мы должны понять, что главные проблемы, они волнуют только нас, и они главные только для нас. И для того, чтобы мы эти проблемы могли решать, у нас действительно, мы в первую очередь должны вернуть в стране мир. Мы действительно должны заняться реально экономикой, и в этой ситуации взаимоотношения с Соединенными Штатами – это один из ключевых вопросов. И в этой ситуации, когда говорится о том, и сегодня несколько раз звучали эти слова, что да, нету усталости от Украины, есть усталость от украинского руководства, то вывод напрашивается сам собой, что единственный выход из этой ситуации – это поменять в стране власть, это сделать власть прагматичной, проукраинской, не проворовавшейся, которая думает, кому бы приткнуться для того, чтобы тебя не отвечать за все содеянное, а действительно проукраинской властью, которая будет работать для своего народа.